По проекту в комнате запланирована необычная конструкция – подвесной диван. В качестве креплений используем прочные стальные болты. Саму конструкцию мы заранее сварили в мастерской из металлического профиля толщиной 4 мм и покрыли черной краской. Продолжаем работу с подвесным диваном. К металлическому каркасу добавляем деревянный и обшиваем конструкцию березовой фанерой. Готовим вагонку из лиственницы. Покрываем ее алкидной краской High Gloss черного цвета. Она универсальная, подходит для дома и улицы. Материалы тоже можно красить любые. Поверхность получается гладкая, с зеркальным блеском. Теперь обшиваем стену с окном, делаем это по готовому каркасу, и подвесную конструкцию снаружи. Добавляем мягкости нашей подвесной конструкции, заполняем ее подушками. Всего их 64, каждая с ярким съемным чехлом, фиксируется к фанерному основанию с помощью липучек.